Валерий Меладзе может лишиться авторских перечислений за прослушивание своей музыки в пределах России. К знаменитому певцу Валерию Меладзе грядут серьезные потери. Музыкант может остаться без авторских выплат за прослушивание его творчества на территории России. Такое предложение было направлено в Госдуму и Совфед председателем движения «Ветераны России» Ильдаром Рязяповым. По мнению Рязяпова, если в отношении певца будет заведено административное дело по экстремистским статьям, и суд примет решение о конфискации его имущества, включая авторские права, тогда чисто технически будет возможно освободить Валерия Меладзе от авторских отчислений. Не секрет, то с начала февраля 2022 года Валерий Меладзе попал в немилость соотечественников после своих высказываний против СВО России в Украине. В этот период он пытался продолжать карьеру в России, но столкнулся с негативным отношением к своим высказываниям в Дубае, где он продолжил фразу «Слава Украине». В результате Меладзе попал под проверку Генпрокуратуры. На фоне всех этих событий Валерий Меладзе принял решение продать свой дом в элитном коттеджном поселке Москвы за 350 миллионов рублей. Кроме того, опальный в России музыкант снизил цену за свою виллу в Крыму в надежде избавиться от неприятностей и возможной национализации.